Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Номер 4. Вырази в метрах. 5 километров. В одном километре 1000 метров. 5 умножаем на 1000, получаем 5000 метров. 2 километра 385 метров. 2 умножаем на 1000, будет 2000. Прибавим 385, получим 2385 метров. 3 километра 300 метров. 3 умножаем на 1000, будет 3000. И 3000 плюс 300, мы получаем 3300 метров. Столько километров в 3 километрах 300 метров. 12 километров 750 метров. 12 умножаем на 1000, это 12 тысяч. И 12 тысяч плюс 750, мы получаем 12 750 метров. 95 километров 35 метров. 95 умножить на 1000, это 95 тысяч. И плюс 35, получится 95 тысяч 35 метров. 8 километров, 11 километров, 30 метров. 11 умножить на 1000 будет 11 тысяч и плюс 30. Получаем 11 тысяч 30 метров. 8 километров 5 метров. 8 умножаем на 1000, это 8 тысяч метров. И плюс 5 мы получаем 8 тысяч 5 метров. 30 километров 2 метра. 30 умножаем на 1000, это 30 тысяч. И к 30 тысячам прибавив 2, мы получим 30 тысяч 2 метра. 10 километров 40 метров. 10 умножаем на 1000, мы получаем 10 тысяч. И к 10 тысячам прибавив 40, мы получаем 10 тысяч 40 метров. 600 сантиметров. В одном метре 100 сантиметров. Значит, 600 разделим на 100 и получим 6 метров. 17 тысяч миллиметров мы разделим на 10 и получим 1700 сантиметров. Нам нужно выразить в метрах. Значит, разделим еще раз на 100. Итого получается 17 метров. 1208 сантиметров. Мы представим, как 1200 сантиметров. Это у нас получается 12 метров. И плюс 8 сантиметров, так и остаются. 12 метров, 8 сантиметров в 1208 сантиметрах. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.